Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет очередной тестик, только не на русском сервере, а на английском. Очередной топовой сборки. Единственное, не с уклонением, а я собрал ее именно с жизнью. То есть самая стойкая Фрея в игре, она будет у нас собрана на максимальную жизнь, на которую только можно ее собрать. Я вам показывал ее на урон. Она очень обалденная с уроном. Мне самому она очень понравилась. Ну а сегодня мы будем ее тестировать с сборкой. Вот такое вот 10-10 и сделал. Плюс поставил еще дополнительно плюс 20. 120% здесь, плюс крит. Ну это она у нас суперсила и Рудольф. Единственное, что у нас на ней, скажем так, не так, как на всех фреях, это вот здесь вот снаряги. Она у нас собрана полностью фуловая на жизнь. То есть у нее больше всего жизни, чем я не знаю, чем, ну, максимум мы не сделаем. Единственное, мы сейчас еще сюда дополнительно добавим обряд лечения. То есть это будет у нас по сути максимум еще плюс 70%, если я не ошибаюсь, 65 или 70. Поехали, просто посмотрим на такую, на нее, как она сейчас будет держать урон, а потом затестируем ее еще в дополнительной сборке с обрядом. Интересно, за сколько просто она сольется. Стрелок бьет. С отхила у нас тут только получается Рудольф. Ну, то есть, как видите, она довольно-таки хорошо держит урон. Есть варианты поставить сюда огненку. Она будет получать в два раза меньше входящего урона. Но сейчас мы до этого всего дойдем. В общем, как видите, где-то в среднем за секунд 50 ее сливают. Ну, плюс-минус. Здесь и Фрейя, и Стрелок. Очень много дамага по ней проходит. То есть она реально ничего сделать не может. А теперь давайте попробуем вариант сразу же в такой сборке. Это у нас еще нету топовой чарки. Мне интересно просто посмотреть. Так, где там у нас девятые огненки? Я на ком-то тестировал. Такс. Вот таким образом у нас, если она будет не под молчанием, она будет в два раза дольше получать еще урон. Ну, то есть это стандартная сборка. Сейчас, я не знаю, у нас тут не топовый деф. Давайте где-то поищем топовый деф. Тут воодушевления нет. Хочу именно с Фрэнком найти. Фрэнк, стрелок. Что-то когда надо, никогда нету. Ворожа его, отлично. То есть здесь она у нас будет получать по 9000, как видите. Ну и, как видите, вариации, то, что она где-то куда-то двинется, здесь просто нет. Но посмотрите, сколько она дамага будет получать. Вот только одна полоска у нее ушла. Ну, посмотрим, насколько ее хватит. Ну, тут видите, еще в два раза дольше она живет. То есть, по сути, такая сборка, она будет где-то минуту выживать. Это при том, что у нас Космо бьет, Зефир бьет, Фрэнк бьет, Ворожей, Фоба и Оккультист. Все с воодушевлениями. Это десятая стойкость. Плюс максимум на ХП. В итоге почти 1,5 минуты. Неплохо. Окей,
Ну, это у нас без, скажем так, без нужной нам чарки она была. А теперь поехали. Сделаем ей еще топовую чару, которая просто ее мега-мега усилит. Это обряд лечения. Итого плюс 70%. Я не знаю, сколько у нее жизни. Сейчас мы поставим ради интереса, еще ее протестируем. Я поставлю седнушку. Попробуем ее резнуть. Она на 100% резнет. В подземке посмотри, сколько же все-таки реально у нее жизни. Ну, смотрим, сколько в такой сборке будет. Плюс 70%, плюс она себя еще может отхилить с удара. То есть, если ударит, 10% отхил будет. Сейчас посмотрим, интересно, сколько у нее там отхил. Плюс 128. Маловато. Это при том, что огненка, посмотрите разницу. Так, давайте опять ищем топовую расту, чтобы был Фрэнк и Вадушки. Так, землеройка. Здесь Фрэнка нет. Вот опять. Или нет? Нет. Тут у нас нету на зефире воодушки. Фрэнк, воодушка, воодушка. Блин. Ну тоже в принципе. Нет, не то немножко. Ищем дальше топовую расту. Землеройка. Землеройка не то. Ну дайте нам уже этого ворожая какого-то. Рэнк. Вот, нормально. Еще и землеройка. И землеройка сейчас будет, кстати, блокировать. Вот смотрите, когда проходит блочка, 18к получает. Сколько она там себе хилит. Ну, в таком случае бесполезно под блочкой. Да, вариантов, как видите, Рудольфик не особо спасает от молчанки. 30 секунд. 30 секунд она максимум, что простояла. А, побежали. Давайте сделаем так. Еще вариацию. Ну, потом поставим маскировку. А, так. Ставим опять. Так, огонь жизни и поехали на подземку. Я хочу посмотреть, сколько у нее реально жизни. Так, так надо сделать, чтобы нам видно было. Так, отлично. 7 миллионов? Да ну нафиг. Что-то не верится. Так, а ну-ка давайте какую-то подземку попроще найдем, там, где можно будет хоть что-то разобрать. Пусть ее ушатают. Так,
давайте это все отсюда уберем чем подальше. Так, смотрим. 7 лямов, ребят. Реально, там 7 миллионов жизни. Это что-то нереальное просто. Я еще раз проверю, конечно. Пусть ее ушатают. Так, мы тут ее долго убивать будут. Ищем какую-то расту попроще. Попробуем. Чтобы ее слили. Ну, это что-то Unreal какой-то. 7 миллионов жизни. Да, дамага у нее нет, но, блин, это просто жесть. Так, ну, блин, где раста хорошая? Рея. Нигде нету Фрэнка. Вот чё Фрэнка не ставят? Реально, он топовый. Да, ее, конечно, просто нереально слить. Ну, давайте попробуем. Может, тут нас заблочат. Посмотрите, какой у нее урон. Блин, она ещё нормально дамажит, я вам скажу. Офигеть. Просто офигеть. Это при том, что на ней уклонения нет. Ей просто пофиг это все. Да, она даже на одну клетку не проседает. Надо реально искать только расту с Фрэнком. Так, чтобы Фрэнк ее нормально дамажил. О, отлично, опять этот. Давайте пробуем. В подземках реально 7 миллионов жизни. С копейками. Ну вот, если предыдущая я вам показывал, сколько держится, но ну, видите, здесь то это в два раза дольше. Офигеть. Блин, я не увидел, не знаю, увидели ли вы, напишите в комментах. Я не успел посмотреть, реально, вот там Фрэнк мешает просто. Кух, ну это, конечно, круто. Я не знаю, на нее попасть на атаке фортов с маскировкой, это все. Вы ничего не сделаете. Это при том, что на ней нет уклонения. Сейчас попробуем здесь, пусть убьют. Я надеюсь, они смогут ее убить. Да, вроде дамажит. Так, отлично, все, все отлетели. Смотрим. Ну, резнет или нет? Седнушка, давай резай. Ребят, 7 миллионов жизни. Пипец. Это просто пипец. 7 лямов. Я в шоке. Давайте попробуем теперь вариацию на битву гильдии. Поставим ей маскировку. Вот такой вариант. Ну, понятно, здесь Рудольф. Мне интересно просто посмотреть. Еще найдем одного противника. Отлично. Этот же попался. Выпускаем. Смотрим с маской.
Сколько в итоге? Сможет ли она хоть что-то сделать, когда уйдет в инвиз? Но по отхилу, конечно, тут, наверное, лучше маска и выживание. Не. С маской она, в принципе, как видите, все равно дамаг проходит, молчанки проходят. Не вариант. Надо все-таки выживание ставить, чтобы больше отхила было. Ну и уклонение, конечно же. Но это что-то нереальное. Долго. Ну, можно, в принципе, вариант выпускать себе. Она будет здесь. Где-то выпустить ворожея, который будет ее хилить. И вы нифига не сделаете, пока не убьете ворожея. А по ворожею реально сложно попасть. Ну вот, попали все-таки. Все-таки фрая вражеская с точностью. Но это, блин, 7 миллионов жизни. Вражеская фрая. Ворожей, кстати, проседает полным ходом. Уставите ее танком, и все пофиг. Единственное, ворожай, чтобы давал отхил, и все. Потом можно даже резнуть, я думаю, и не проблема, база разберется на раз-два. При том, что она еще даже дамажит неплохо. Ну и у вас есть смотр, который сможет сливать, в принципе, без проблем вражеских героев, так как он бьет процентуально. Даже миссы по ней проходят. Вот так вот. А если есть еще вражеская фрея, как здесь, то это вообще без вариантов. Вас никто не сольет уже. Вы себе зарядились на вражеской фрее. Единственное, надо смотра подобрать правильно, чтобы он именно атаковал фрею. Задевал против святого противоположную фракцию, и все. И вы себе в кайфе можете бегать сколько вам хочет. Просто пипец. Это она у нас с маской сейчас. Офигеть просто. Ну, видите, против топов все равно это не спасает. Но если наролить уклонение, такая сборка тоже, в принципе, классно. Но тут я захотел именно максимум жизни выдавить, и это просто нереально. Так, ну давайте еще разок проверим. Короче, и такая фрея тоже крутая, надо будет ее поюзать на других локациях, посмотреть, как она там себя покажет. Но единственная вариация ее слива — это только база с Фрэнком и с этим землеройка, чтобы молчанку кидали. На таких вот базах со стрелком я даже не знаю. А вот есть Фрэнк. Отлично, Фрэнк стрелок. Единственное у нас еще кого-то даже дамажим там. То есть это нереальное просто. Кого это она там долбит? А, Фрэнка бьет. Жесть. Она еще и умудряется Фрэнка сливать. Ну, смотрим. Да, урон, конечно, у нее, посмотрите, урон слабенький. Ну, тут еще и надебафили ее, но смотр бьет больше всего. Тут хватает только смотра. Просто нереальная фрея. В общем, пишите комменты, где вы хотите такую фрею видеть. Я буду ее еще тестировать однозначно, но это просто жесть. 7 миллионов жизней, ребят. Это просто нереальное что-то. То есть ее слить, я не знаю. Как по мне, это просто, просто пипец. Давайте зайдем в топ.
Попробуем на какого-то топа напасть. Еще раз глянуть. Так, эти все. Вот есть кто-то. Так, землеройка. Оба. Ранг заряженный. Попробуем через космо пойти. Ой, через космо, говорю. Через зефира, если получится. Интересно, сколько у нее отхил? Конечно, нифига не видно. Ну, она видна и так, что она там все, что просела на себе, 10% хиляет сразу. Ну, то есть, по сути, 10% от 7, это 700к отхил должен быть. Ну, по чуть-чуть проседает. Ну, 2 минуты уже прошло. И она себя все равно хилит до фула. То есть ее слить я не знаю, что надо. Вот Фоба не бьет. Просто капец, ребят. Нереально крутая. Но можно уменьшить, поставить огненку. Это, конечно, жесть. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков с этой сборкой. Но она нереально крутая. Всем удачи, всем пока.